Где Аяна Пури? Она жива? Я никогда не убиваю просто так. Люди меняются. Это правда. Теперь я понимаю, почему Уокер так поступил. И ты понимаешь. Чего бы он там ни хотел, из-за него страдают люди. Так нельзя, и это только начало. Помоги мне остановить его, пока дроны на острове. Мне жаль. Правда жаль этих людей. Но перемены всегда болезненны. Мы поступаем правильно. Избивать гражданских? Это, по-твоему, правильно? Ты думаешь, ты кто? Герой? Ты для этих людей вообще не существуешь. А я и не мечтаю прославиться. Нет. Ты мечтаешь спасти мир. Но даже мир 2.0 — это кровь вперемешку с говном. Мы дохнем, чтобы гниды вроде Аяны Пури могли жить в своей сказке. Такая уж у нас работа. Тебе не победить. Наша страна чудес не просто пара каких-то островков. Но если хочешь умереть за Аяну Пури, она здесь. В моем секторе чисто. Ясно. Здесь тоже контактов нет. Контактов нет. Ясно. В секторе контактов нет. Открыть огонь. Эх, атакуем. Здесь ничего. Окей, здесь тоже тихо. Надо посмотреть. Что? Что-то тут не так. Они в курсе, что вы здесь. Я иду. Погнали. Иду в атаку. Точно все. Thank you.
Держим позицию! Понял. Будем держать позицию. Всем идти сюда. Окей, мы идем. Ты не ранена? Нет. Я в порядке. Так ты из этих призраков, терзающих Ауроа? Зови меня Номад. Работаю с Джейсом Скеллом, а раньше с Фоксом. Раньше? Он что... Он хотел тебе помочь. Йеллоу Лэк убила его. А Хармони? Она в безопасности. Слушай. Уокер работал сотрудником ЦРУ Питером Майлзом. Майлз — отдельная тема. И есть кто-то еще. Кто-то выше него. Этот кто-то все и спланировал. У него есть имя? Они его не называли. Прости, что я так мало знаю. Нужно остановить подлодку. Скелл и Пола Мадера создали вирус. Он нейтрализует часть дронов и снимет блокаду. Но его надо транслировать с их главной вышки. Я знаю, где это. Уокер разместил там свой штаб. Времени у тебя мало. Иди. За меня не волнуйся.